Инспектор по делам несовершеннолетних и госавтоинспектор местного отдела полиции встречали детей на входе в столовую. Дети волнения не показали, а напротив, дружно приветствовали взрослых в форме. Когда мы увидели сотрудников полиции, я сразу почувствовал безопасность. То, что никто нас не тронет, все будет хорошо. Чтобы все в жизни маленьких горожан было хорошо, важно знать элементарные вещи. Так инспектор по делам несовершеннолетних попросила детей внимательно следить за своими сотовыми телефонами в лагере и в школе, куда они отправятся осенью. Это касается и велосипедов, столь популярных летом. Уходя из дома, важно предупредить родителей о том, где и с кем подросток будет гулять. Знание таких важных, но в то же время простых истин никогда не будет лишним, уверены сами бригантинцы. Жизнь, здоровье человека и безопасность очень важна для нас. И мы с удовольствием слушаем лекции, которые проводят для нас. Приезжают в лагерь сотрудники МВД, и мы узнаем больше, многое. И это для нас пригодится в будущем, в жизни. Короткая разминка, и ребята снова готовы выслушать очередного выступающего. Сотрудник ГИБДД напомнил о правилах поведения на проезжей части. Ведь мальчишкам и девчонкам по возвращению из лагеря вновь предстоит стать полноправными участниками дорожного движения, пешеходами и пассажирами. Особое внимание к подрастающему поколению не случайно. С 10 июня по 31 августа на территории республики проходит профилактическая операция «Подросток». Также, значит, посещаем по месту жительства несовершеннолетних, состоящих на учете. Выявление жестокого обращения с детьми. Значит, также, чтобы не было безнадзорности, беспризорности несовершеннолетних. И чтобы также проверяем и выявляем склонных к бродяжничеству и попрошайничеству несовершеннолетних. Лилия Ахметова, Иван Кузнецов. Информационная программа «Ежедневник».